Эй, всем здорово! Короче, сегодня я выехала снимать для вас видосики. Значит, это уже второй видосик. Вот, блин, по дороге сейчас колея не супер такая, да, жесткая. Но все-таки тормозить вообще невозможно буквально. И питбайк кидает сильно. Ну, потому что скользко. Вот. Ух ты, чуть не мозданулась уже. Снега тут не очень много сейчас. На дальние расстояния сейчас хрен съездишь. Надо маску натягивать. А то пипец. Сейчас остановимся, натяну маску. Опа. Супер. Правда, темновато. А еще непривычно. Я теперь не могу смотреть назад. Нет ли где машины. Сейчас я вообще-то еду целенаправленно в один лесок. Хочу посмотреть, что там вообще возможно проехать, невозможно. Сейчас с вами прокатимся. Надеюсь, не супер скользко, а то я разложиться тут не хочу. Это будет очень больно. Ух ты, нифига себе, снег отлетел сейчас из-под колес, походу. А, перчатки мокрые, холодно ехать. Сейчас везде очень красиво, посмотрите, какая красота, да. До этого у нас была погода, как в марте, плюсовая температура. Вообще все классно было, сейчас опять все замело нафиг. Какая-то машинка, надеюсь, не менты, и все будет в порядке. А то сейчас я не убегу точно от ментов. Не менты, все нормально. Полетели. А, отмораживается все. Так, нам надо поворачивать. Че вообще по трассе-то? По трассе, как обычно, ничего не чищено. Есть тут поворот, где-то же должен быть. Где-то же должен быть поворот в лес. Вы не знаете где? Я тоже. Я его не вижу. О, вот он. Нам сюда, в этот суперский лесочек. Я надеюсь, я сюда вообще заеду. А главное, что потом отсюда выйду. Опа. О, посмотрите, это просто сказка. Зимняя сказка. Невероятно, тут очень красиво просто. Полюбуйтесь этой офигенной природой просто. Уху-ху. Вот это, конечно, я молодец, что сюда заехала. Блин, мне нужен оператор. Как жаль, что его у меня нет. Просто посмотрите, да? Невероятно. Поехали прокатимся, докуда тут есть дорожка вообще. Я думала, что в лесу сейчас нигде не проедешь, но нет, тут есть дорожка, нормально. На второй передаче сейчас поедем. Будем любоваться этой красотой. Здесь, видимо, люди просто ходят протоптанно. Так, сейчас гляну, что там с камерой. Блин, очень красиво. Реально очень красиво. Правда, холодно. Холодно было до сюда доехать. Супер. Правда, тут такие следы натоптаны, что подпрыгиваешь на них. Ну, видимо, как тропинка была такая не суперская. Сейчас пяток поднимем, заведем и поедем дальше, собственно. О, я еще и на передаче. Знаете, что главное? Чтобы у меня бензин не закончился, а то что-то как-то он странно не заводится у меня. То с бензином меня никто не выручит. О, супер! Это моя мечта, прокатиться по такому лесочку. Всю эту зиму я мечтала заснять для вас такой видеоролик. Просто посмотрите, да, красота неимоверная. Тут еще каких-то следов много, правда, стрёмно.
и тропинка не супер ровная. Оп-оп. Супер вообще. Просто посмотрите, да? Класс. Красиво очень, очень красиво. Доедем до конца этой дорожки, посмотрим, что там будет. Есть ли вообще дорожка куда-нибудь? Я здесь бывала уже, даже со времен Альфы была в этом лесочке. Да и на питбайке не раз каталась, поэтому, в принципе, знаю, что там дорога ведет к деревне какой-то. Хорошо, что здесь тропиночка, иначе, конечно, я бы не проехала никуда. Блин, из-за того, что я все время боюсь ушататься, да, приходится смотреть под ноги, а не на эту красоту любоваться. Надо где-то остановиться, будет фоточку запилить, потому что, ну, слишком красиво. Еще тут везде, ага, тут как-то, а, ну здесь просто кормят птичек, видимо. Кормушка висит, поэтому развилка такая, оп-оп. Еще главное засветло вернуться, скоро уже начнет темнеть на самом деле. А еще главное найти, где можно развернуться. Оп, красота. Ой, чуть не упала. Вот это уже хреново. Теперь еще постоянно боюсь за телефон, здесь же все-таки трясет, вдруг он опять вывалится у меня из кармана. Крутой поворот. Ух ты. Классная дорожка, классная. А здесь, походу, еще животные какие-то ходили. Кстати, чем глубже мы едем дальше, да, тем больше снега тут. Сначала казалось, что снега совсем мало в лесу, а сейчас прям кажется до хрена. Супер, тут очень красиво. Но развернуться я даже не знаю где. Не пришлось бы до деревни ехать. Не, возможно, конечно, методом перестановки тут. Я считаю, что это прям красота. Прям как будто только... декабрь, скоро Новый год, вот такая погода, по ощущениям, хочется какого-то чуда, прям такое настроение. Да, супер. Смотрите, какие огромные деревни, какие огромные деревья выкорчеваны. Представляете, да? Ёлки, ёлки-палки. Тем временем я уже не знаю на самом деле, где я. А вот, я обычно до сюда доезжала и разворачивалась. Ну, пожалуй, прокатимся дальше. Сейчас нету клещей, нету никакой живности, кроме животных, конечно, разве что животных можно встретить. Ну, питбайк громкий, они должны бояться. Тяжело, конечно, ехать по такой дорожке. Она не супер хорошо протоптана, я так скажу. Оп. А здесь елочки вообще очень красиво. Ну, это уже мы в какое-то поле выехали. Там везде елочки красиво стоят. Невероятная красота просто. Смотрите, едем в елочки. Класс. Я очень счастлива, что наконец-то могу кататься.
знаете что, главное реально вернуться же еще надо. Здесь уже, конечно, дорога не очень хорошая. Хуже, чем была в начале, прыгаешь по кочкам. Единственная надежда, что сейчас где-нибудь смогу развернуться нормально. Казалось, надо было раньше разворачиваться, где еще более-менее было. А то здесь какая-то совсем жопа. Я даже не знаю, сколько ехать до этого населенного пункта. Вот, где-нибудь здесь, думаю, что можно было бы развернуться. Но дальше слишком красиво, не хочется разворачиваться. Меня уже всю натрепыхало, на самом деле. Все, дальше точно не поеду, тут развернусь, пожалуй. Там еще дальше куда-то в лес дорога. Тут очень красиво. Супер, надо здесь фотку замутить. Так, в общем-то, питбайк сейчас уже почти развернуло. Поедем обратно. Ох, вот у меня пит, конечно, сегодня. Месяц спокойно жил себе, жил. Сегодня такой, ну да, неужели опять меня насилуют? Когда ж уже эта весна наступит? Так, ну все, можно ехать спокойно домой. Фотки поделала. Все, сейчас супер. Главное добраться до дома. Еще прохладно будет сейчас ехать. По трассе очень холодно. Блин, может свою дорогу таранить лучше? Не, не лучше. Свою таранить не получается. Мотает очень сильно. Ух ты! Здесь прямо жесткие колдомины. Жалею, что сюда заехала. Сейчас выезжать буду долго. Здесь, конечно, очень красиво. Да и везде сейчас, в любом лесу будет супер красиво. Супер круто. Классно. Так, все, попробую нормально ехать себе. Стоя, конечно, было бы лучше ехать. Но, увы, ях, мне стрёмно шлепнуться. У меня езда в стойке вообще не прокачана. Скилла, так сказать, нет. Была бы везде вот такая тропиночка, как под соснами, под елками, под соснами. Ой. А то есть места, где заносит жестко. Надо выползти отсюда. Тяжело, тяжело. Еще подозреваю, что оттуда мы ехали с горки, а сейчас в горочку. Ну, руки и ноги у меня болеть точно будут. О, здесь уже более ровная дорожка.
Повороты сейчас крутые будут. Хочется так сильно поставить ноги на подножки, вот так вот, и ехать спокойно. Но приходится то там выставлять ноги, то там. Потому что реально такая неровная, негладкая тропиночка. Я бы тут погоняла, конечно, если бы была нормальная тропинка. Я бы сюда на каждые выходные приезжала скилл прокачивать. Здесь намного проще ехать. Без ног еду все это время. Уже немножко осталось до трассы. Вот здесь реально, кажется, мало снега, да? Так, главное сейчас выпрыгнуть, сейчас уже трасса. Хрен я выпрыгнула, так сказать. Нет, наверное, я отсюда не вылезу теперь. Ёж-матрёж. А что же делать-то? Никто не поможет ведь. С разгоном попробовать. Ё-моё, вот это попадос. Как по мне, капитальный. Ладно, сейчас попробуем что-нибудь сделать. Надо было думать, прежде чем я сюда заезжала, как я отсюда буду выезжать. Не, нифига. Сейчас побольше разгончик. Да иди твою мать. Никак. Просто садиться и все. Фу. И машин как специально нет. Не, никак. Ну-ка, а что если этот ком отбросить, сюда подставить? Наоборот. Я его просто на себе пытаюсь вытащить. Давай! Не, нифига. Сил не хватает. Давайте попробуем. Вот, блин.
здесь бы застрять не хотелось. Где там Женя с лопатой? Оп, оп. Чуть-чуть. Днищем сидим. Сейчас можно сделать? Нет, нельзя сделать. Чего так? Трэш. Итак, я, в общем, немножко отдохнула. Сейчас надо будет сделать последний рывок. Друзья, в общем-то, я вытащила пит. Вот такие дела. Все, сейчас поеду домой. GoPro-шка села. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И до нового видоса.